Добрый день, дорогие мои. По-честному хотел проголосовать, но поведение комиссии меня очень смутило, потому что они сразу начали навешивать ярлыки и начали требования выдвигать, какие не имеют права. Оставьте телефон там за дверью и все остальное. Поэтому я голосовать не стал, поскольку это, конечно, навязанное. Но пришел второй раз в жизни. Первый раз я голосовал, Александр Юрьевич Баринов выдвигался. И я тогда тайно проголосовал, сходил. А на следующий день мне член комиссии говорит: а что вы за Баринова голосовали? Он все равно был непроходной. И с тех пор я понял, что это все игра. Но в этот раз хотел честно сходить проголосовать за соседку. Вот Лена Шевякова у нас выдвигается. Мне кажется, она может быть хорошей депутат. Ну вот Николай Устинов, он хоть и от КПРФ пошел, но я так понимаю, что сейчас все эти партии КПРФ и все остальные только так. Повод попасть в команду и попасть куда-то во власть. Очень надеюсь, что в этом году все эти выборы и все эти депутаты будет все-таки приличная команда, поскольку мы с вами видели несколько лет, как на самом деле из этого депутатского корпуса делают команду защиты 2-3 человек, которые на себя работают и на своих друзей, и мало чего делают для поселка. В этот раз, может быть, что-то и получится, но я не верю, что все опять будет честно, нормально и чисто. Так что голосуйте за Елену Шевякову. Всем пока. Ну и в дополнение, хоть я не снимал и не собирался снимать на этом участке, у меня камера всегда в руках в таком виде, тем более, что я вышел только что с почты, там и снимал сюжет с этой камеры. Но я перепроверил права избирателей, конституцию, закон о СМИ и права граждан РСФСР. Никаких запретов на съемки в избирательных участках во время голосования не существует. Любой гражданин может взять и снимать, тем более работник СМИ. Но я не собирался, у меня все было выключено, поэтому они вели себя неправомерно, требуя прекратить съемку, которой не было. Они вели себя неправоверно, потребовав от меня вынести мой телефон из зала. И я прошу компетентных лиц, которые отвечают за эти выборы, и прокуратуру проверить этот инцидент. Я надеюсь, что запись того, что произошло в Пуче же, существует. Так что идите, снимайте. И все эти их фокусы, как всегда у нас в нашей администрации, это их самодеятельность. Все, здоровья, всем радости.